Шамиль, сейчас я не буду рассказывать, у меня голова тошнит. Что это за тварь? Надеюсь, это хотя бы наш мир. Смотрите. Зинтри. Ну, уже поближе. Нихуя заявлять. Тогда за дело. Время кормления, мать вашу. А, божественные грибы. Грибы. Грибов. Где грибы? Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Я не под кайфом, говномес эльфийский. Прямо бинго! Эль Балар. Пизда нам. Идем со мной, если хотите жить. Это кто? Это она! Слышала, вы убили сотню солдат в Дедвуде. Мы давненько не ели горячей еды. Как говорил отец, самая вкусная еда – та, которой делишься. Неплохое местечко, Мельдов. Живете как животные. Вы планируете убить императрицу? Не просто планирую. Безумнее идеи не слыхала. Неважно. Он из клана Пса и знает секретный путь. Чтобы убить императрицу, придется убить ее монстра. Он превращает людей в кровавый туман. Разом уничтожил город Гельфен. Мы еле сбежали от монстров 10 раз меньше. Может, отравим овцу и скормим ему? Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? А если создать зверя, чтобы сразиться с ним? Я объединю биологическую суть зверя со своей, чтобы обрести его силу и мощь. Я могу соединиться с ним. Ебать ту Люсю! Вот же ж ебаный пиздец! Опять? Только не это. Подготовка займет всю ночь. Но вы должны собрать корень мандрагоры, борец и трупную крапиву. 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином, целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а также бутылка текилы, бутылка рому, ящик пива, пинта чистого эфира и 2 дюжины пузырьков. Ты не пойдешь. Я и пойду. Из-за бредового пророчества больного ребенка? Это был бред, пока зверя не было. И теперь это не просто пророчество. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Да, я знаю много мудаков. Но таких охуенно тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Но единственный способ – пожертвовать собой. Нет. Я несу лишь смерть. Я несу нахуй бревно, блядь. Ты должна жить, Эйли. Кто примет эликсир? Я приму. Вы же знаете, что завтра я умру, да? Так где же мои поминки? Ублюдки вы унылые. Поминки! Да! Мать вашу! Знаешь, звучит как охуенная идея! Блять, это как? Все равно продует. Ты бы даже в ведре полном сисек смог найти только член. Что за ужас тут творится? Нам все равно нужно попасть во дворец. Расскажи мне о тайном входе. Нет никакого тайного входа. А даже если бы и было, я бы сам его нашел и замуровал. Бля, у меня уже изжога начинается. Тони, сделай что-нибудь страшное. Слышь, обезьяна, ебаная. Сейчас тебе дам с ноги, блядь, ты обосрешься. Когда-нибудь видел вывернутого наизнанку дурака? Че он сказал? Когда-нибудь видел вывернутого наизнанку дурака? Ты что, больной или ударился? Тебя надули. Это брехня. Заткнулась нахуй! Скроюсь я под водой. Я тоже так пою? У тебя настоящий талант. Чё гоните? Вы чего гоните? Ёбушки-воробушки. Надо продолжать! Держи его. Командир? Мастер Авалак, ты готов? Конечно. Конечно, хуешно. Твой прихвостень не смог открыть портал, да? Вот тварь! Я так и знал, что он выкинет что-нибудь такое. Ты никчемный маленький пиздюк, вот что я тебе скажу. Сколько можно, блядь?
Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Сколько еще? Пока все это было лишь подготовкой к процедуре. Делайте, что нужно. Он... умер. Ну, умер и умер. Эксперимент, очевидно, неудачный. Ну, черт возьми. Как? Это, блядь, шутка такая? Чего ты хочешь? Я знаю, где Фьял Стоунхард. За Фьяла 50 тысяч эйров, за Жаворонка 20 тысяч. Деньги вперед. И последнее. Мне нужно 50 твоих имперских солдат. Ты должен мне 1000 мальчиков. Yeah, baby, yeah! Ну, это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну, просто пиздец. Тебя когда-нибудь драли, девочка? Давай! Я сказал кончать. Скиана, что ты делаешь? Это было шедеврально. Нечего сомневаться в моих планах, Утрок. Не совсем. Кто ты, воин? Ахиллес. Мы получили проход в город. И отряд наемников. Ты что выебываешься, пидорас? Ты что уходишь? Ты что, охуел, блядь?